Пеппа и ее семья собираются жить в палатке. Я люблю кемпинг. Приехали. Ура! Пеппа, Джордж, я собирал эту палатку, когда был маленьким. Папа, как ты собираешься сделать из этого палатку? Не волнуйся, Пеппа. Я знаю, как собрать палатку. Мама-свинья, повесь палатку на столбики. И все проще простого. Оу. Эти колышки нужны? Конечно. Я забыл колышки. Колышки держат палатку. Вот. Палатка маловата. Я был довольно большим поросенком, но сейчас она, правда, маловата. Это потому, что ты немного вырос, папа-свинья. А твой животик вырос больше всего. Кстати, о животике. Пора готовить обед. Да, да. Сначала надо набрать дров для костра. Пеппа и Джордж помогают папе собирать дрова для костра. Джордж, я буду собирать, а ты понесешь. Собирать дрова весело. Так, дров хватит. Это будет прекрасный костер. Я зажгу его. Вот спички. Нам не нужны спички. Папа, как ты зажжешь его без спичек? Я добуду огонь старым способом, потерев палку о палку. Папа-свинья трет палку о палку, чтобы добыть огонь. Где же огонь, папа? Скоро будет. Ура! Ура! Проще простого. Теперь подогреем томатный суп. О, прислушайтесь к звукам природы. Что это за звук? Может, это стрекочет кузнечик? А это? Это сова. Вон, она там. Ой! А это что? Ох, я не знаю. Это папин животик. Урчание моего животика – один из лучших звуков природы. Значит, пора есть. Я люблю томатный суп. Я тоже. А это еще один папин звук природы. Что? Пойдемте, идите в палатку, пора спать. Мы все не поместимся. Она слишком маленькая. Поместимся. Залезай. Пролезь дальше, мама-свинья. Папа, ты не влезешь в палатку. Ничего. Я могу поспать и снаружи. Доброй ночи. Доброй ночи. Ночи, ночи. Доброй ночи всем. Мама-свинья, Пеппа и Джордж спят в палатке. Папа-свинья спит снаружи, под звездами. Как я люблю отдых. Спать на открытом воздухе, под звездами. Возможно, это была не очень хорошая идея. Утро. Папа, в палатке было тепло и уютно. Ой, а где же папа? Папа-свинья ушел. Бедный папа. Он, наверное, замерз и промок. И где он теперь? Что это за звук? Похоже на его храп. Папочка! Что? Папа, ты цел? Ха-ха, конечно, я цел. Я мастер по отдыху. Я спал в машине. Бедный папа! Люблю отдохнуть. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Снег. Сегодня Пеппа и Джорджу не сидится на месте.
На улице идет снег. Мама, можно нам поиграть со снегом? Да, но на улице холодно, одевайтесь теплей. Ура! Не забудьте надеть шапки, шарфики и варежки. Сегодня очень холодно, и папа с Джорджем надевают шапки, шарфики и варежки. Скорее, Джордж! Это Джордж оставляет на снегу следы. Пеппа и Джордж любят оставлять следы на снегу. Ай-яй-яй. Это не смешно. Джордж, давай играть в снежки. Пеппа слепила снежок. Пеппа и Джорджу очень весело. Джордж, вернись, поросенок. Ой! Ой-ой-ой, кажется, это было слишком грубо. Прости, Джордж. Джордж, давай лепить снеговика. Пеппа и Джордж лепят снеговика. Сначала они делают туловище. Джордж, это его туловище. Теперь они делают голову. Ему нужны руки, глаза и рот. Джордж принес палочки для рук. Пеппа принесла камушки для глаз и для рта. Вот и лицо. Снеговику нужен нос. Пеппа принесла морковку. Это будет нос снеговика. Похоже, снеговик доволен. Хотя ему, наверное, холодно. Снеговику нужна одежда. Он замерз. Джордж принес одежду, чтобы согреть снеговика. Теперь у снеговика есть шапка и шарф и варежки. Мама, папа, посмотрите! Мама-свинка тоже надела шапку, шарф и варежки. Это самый лучший снеговик в мире. Кажется, папа совсем замерз. Он не надел ни шапку, ни шарф, ни варежки. Папа, почему же ты без шапки, шарфа и варежек? Я не смог их найти. Они куда-то пропали. Кажется, я знаю, где папина шапка, шарф и варежки. Папины шапка, шарф и варежки на снеговике. О! Переведено и озвучено компанией New Media в 2011 году. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Блины. Время пить чай. Мама свинка приготовила для всех сюрприз. Сегодня мы готовим блины.
Блины, объедение. Я люблю блины. Все любят блины. Я умею переворачивать блины, поверьте мне. Ты уверен, папа Свин? В прошлый раз ты ворчал, когда уронил блины. Я никогда не ворчу. Это была плохая сковородка. Мама, можно мы поможем готовить блины? Да, вы поможете готовить тесто. Сначала насыпаем в миску муку. Разбиваем яйцо. Теперь молоко. И хорошенько размешиваем. Можно я помешаю? Конечно, Пеппа. Пеппа любит мешать. Джордж тоже любит мешать. Нет, Джордж, вот так. Все, хватит мешать. Сядьте за стол, а я буду готовить. Мама Свинка собирается перевернуть блин. Ура! Можно подкинуть выше, мама Свинка. Покажешь, когда будешь жарить свой блин, папа Свин? Первый блин для Джорджа. Мама Свинка поливает блин Джорджа сиропом. Как вкусно! А этот блин для Пеппы. Ура! Можно подкинуть выше, мама Свинка. Ты сможешь показать, когда будешь жарить свой блин, папа Свин. Кленовый сироп! Объедение. А этот блин для мамы Свинки. Ура! Ты подкидываешь слишком низко, мама Свинка. Следующий блин твой, папа Свин. Ты покажешь нам, как это нужно делать. Вкуснотища. Вы все смотрите? Чтобы приготовить правильный блин, нужно подбросить его повыше. Раз, два, три, хопля! Глупенький? Пожалуй, это слишком высоко. Какая жалость! Это был последний блин. Его совсем не трудно достать. О, нет, папа Свин не может достать свой блин. Ничего, папа Свин, я знаю, как нам достать его. Идемте наверх, дети. За мной. Что же придумала мама Свинка? На счет три мы все начнем прыгать на месте. Раз, два, три. Опля! Что они делают? Получилось! Теперь и у папы Свина есть блин. У папы на голове блин! Полить его сиропом, папа Свин. Полей! Раз, два, три, хопля! Объедение! Мистер Тощие Ножки. Пеппа играет в кукольный домик. Джордж тоже играет. Кукольная семья собирается пить чай. Вот, Джордж, я буду мамой и папой, а ты можешь быть детьми. Дети, сейчас будем пить чай. Вымойте руки.
Джордж укладывает кукол спать. Ночи, ночи. Джордж, почему ты укладываешь детей спать? Они собирались пить чай. Джорджу нравится укладывать кукол спать. Дети, сейчас же спускайтесь. Или не получите торт. Джордж не слушает. Он очень увлекся укладыванием кукол спать. Джордж, если хочешь играть в мой кукольный домик, ты должен помочь сделать чай. Вот, Джордж, налей в чайник воды. Дети, спускайтесь сейчас же. Мама, мы идем. Джордж собирается налить в чайник воды. Ой. Джордж нашел паука в раковине. Джордж хочет подружиться с пауком. Ой. Джорджу нравится паук. Пауку нравится Джордж. Пеппе нравится делать чай для кукол. Где все шоколадное печенье, папа? Вчера его было много. О, прости, мама. Я, должно быть, все съел. Ху-ху-ху. Озорной папа. Джордж укладывает паука спать. Ночи, ночи. Джордж, что ты делаешь? Ты должен помогать мне делать чай. На помощь! Папа, в моей спальне паук! Не бойся, Пеппа. Скорее, папа. Убери его. Без паники. Привет, Джордж. Ты видел паука? Он очень страшный. Убери его. Нет оснований бояться, Пеппа. Пауки очень маленькие и не кусаются. Не бойся, папа уберет его из спальни. О, он довольно большой. Я позову маму свинью. Мама-свинья. Привет, мистер Тощие Ножки. Пеппа набралась храбрости. Ему нравится в моем кукольном домике. Привет, дети. Я слышала, вы нашли маленького паучка. Я уберу его из спальни, чтобы вы могли играть. Мама, его зовут мистер Тощие Ножки. О, мистер Тощие Ножки большой, да? Пеппе и Джорджу нравится паук. Ночи, ночи. Джордж укладывает паука спать. Нет, Джордж, он хочет чаю. Он совсем не хочет спать. Ты голоден, мистер Тощие Ножки? Хочешь тортик? Пеппа больше не боится паука. Мама, папа, садитесь. Сейчас мы будем пить чай с мистером Тощие Ножки. Кто хочет чаю? Я хочу. Я хочу. Вкусно. Пеппа любит пить чай понарошку. Это вам, мистер Тощие Ножки. Что это? Вы хотите поздороваться с папой? Привет, папа-свинья. Все хорошо, Пеппа. Пусть мистер Тощие Ножки пьет чай. Ты же не боишься, папа? О, нет, конечно, нет. Не так близко. Пеппе нравится мистер Тощие Ножки. Всем нравится мистер Тощие Ножки. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Мы моем машину. Папа свин собирается прокатить семью за город. Поехали. Вы готовы? Готовы. Да, папа свин, мы готовы. А вот машины нет. Она вся грязная. О, ничего страшного. Внутри она еще грязнее. Наш папа грязнуля. Наш папа грязнуля. Сколько тут хлама.
Газеты. Это мои. Сласти. Это мои. Динозаврик. Динозавр. Нужно помыть машину перед тем, как ехать. О, ты права, мама-свинка. Мама, можно мы поможем? Да, если хотите. Ура! Папа-свин набрал теплой воды, чтобы мыть машину. Папа-свин моет крышу. Мама-свинка моет капот. Пеппа моет двери. Джордж хочет помыть окна. Но он слишком маленький. Бедненький. Давай помогу. Ай-яй-яй, Джордж уронил губку в лужицу. Джордж, ты опять испачкал машину. Я смою грязь. Пеппа, это вода грязная. Ну вот, Пеппа залила грязной водой всю машину. Ой. Ничего, мы помоем ее из шланга. Да, да. Можно мне держать шланг? Пеппа держит шланг. Папа Свин включает воду. А где же вода? Пеппа, хватит! Прости, мама. Ой. Папа Свин, скорее выключи воду. Только без паники. Ну и ну, все промокли. Зато машина чистая. И мы тоже. Идите посушитесь, а я вытру машину. Пока, папа. До встречи. Папа Свин так хорошо вытер машину, что в ней видно отражение. О, хо-хо-хо-хо-хо. Какое смешное лицо. Ой, много смешных лиц. Это Пеппа и Джордж. И мама Свинка. Что за чистенькая машина. Да уж, в машинах я разбираюсь. Садитесь, я поведу. Ну что, все готовы? Готовы! Поехали! Надеюсь, в машине тоже будет чисто. Да, мама Свинка? Да, мама Свинка. Мама, теперь ты испачкала машину. Ну и мама. Мама грязнуля. Переведено и озвучено компанией New Media в 2011 году.